Временем в Красноярске не будут полностью перекрывать движение трамваев. В Ленинском районе с сегодняшнего дня началась укладка тепловых сетей в районе ТЭЦ-1. Работы будут идти все выходные. Ранее сообщалось, что в связи с этим движение трамваев номер 2, 4 и 7 перекроют полностью. Однако накануне в городской администрации уточнили, что ходить они будут, но по измененному маршруту. Схема движения трамваев номер 5 и 6 не изменится.